Юмористы, юмористы. Да у нас юмористы вся страна. Именем Петра Первого сигарет назвали. Скоро, наверное, помазок для бритья назовут Иван Грозный. А бюстгальтер шестой номер Екатерина Великая. Юмористы. Решили, что в школе надо учиться 12 лет. Тогда уж сразу до пенсии. И называть учащихся школьнипёры и школьнипёрки. А с платным образованием сделать так. Если человек платит 5 тысяч, ставить ему пятерки. Если 6, шестерки. Если заплатил сразу за все обучение, выдавать красный диплом с надписью «Осторожно, специалист». Смешно. Один больной пришел в поликлинику с насморком, а ему поставили диагноз СПИД. И он про свои сопли сразу забыл. Другому прописали массировать мужичок, а где он находится, не сказали. Он полгода массировал, а потом узнал, что это копчик. Юмористы. Одна женщина пригласила сослуживца на даче садомазохизмом заниматься. Он подумал, что приглашает садом заниматься, взял лопату, приехал. Она ему плетью, он ей лопатой. Через минуту она кричит, вообще-то я натуралка. Надо же людей просвещать. А то некоторые думают, что трансвеститы — это те, кто работает на транспорте. А лесбиянки — те, кто любит лес. А некоторые женщины ходят на мужской стриптиз, потому что думают, что у мужчин ниже пояса сразу ботинки. Юмористы. Один мужчина анкету заполнял в графе «пол мужской, женский» написал «средний». Другой решил сделать комплимент соседке, говорит: «Марья Ивановна, годы идут, а вы все такая же молодая». Соседка говорит: «Так я ее дочка». Смешно. Одна жена говорит мужу: «В гороскопе написано, что у тебя сегодня сексуальная связь на стороне». Он говорит: «Адрес там не указан». Она в шутку дала адрес подруге, так он второй месяц домой не приходит. Юмористы. Еду в метро, слева одеколоном пахнет, справа духами. Вошел бомж, и от всех сразу туда пахнет одинаково. Смешно. Пенсионеры 2 часа гнались на своем УАЗике за Мерседесом, так расстояние между ними за это время сократилось только на 5 метров. И то потому, что водитель Мерседеса 2 раза выходил покурить. Даже иностранцы у нас становятся юмористами. Одного спрашивают: «Что вам понравилось в Москве?» Он говорит: «Я». Его спрашивают: «Да что вы никогда не забудете?» Он говорит: «Деньги, которые у меня украли». В общем, не жизнь у нас, а сплошной юмористический концерт. Спасибо.